Актеры Сургутского музыкально-драматического театра отыграли последний спектакль и покинули здание минимум на один год. Он закрылся на капитальный ремонт. Но артисты не прекратят работу. Что изменится и где теперь смотреть премьеры труппы, расскажет Светлана Крюковская. «Со вкусом, карри и любви». Это история об индусских Ромео и Джульетте. Самый обычный парень Бхарат влюбляется в богатую дочь мэра города Пуниту. И эти чувства оказываются взаимны. Они готовы бороться за свое счастье вопреки запрету родителей девушки. Болливудские страсти в последний раз кипят на этой сцене. В зале аншлаг. Впереди антракт минимум на год. Сургутский музыкально-драматический театр закрывается на капитальный ремонт. При поддержке правительства Югры в рамках национального проекта культуры мы вместе с Нижневартовским театром юного зрителя и школой Знаменского закрываемся на капитальный ремонт. Что мы ждем от этого ремонта? Конечно, в первую очередь это обновление механики сцены, сценической площадки и зрительного зала. В этом году Сургутскому музыкально-драматическому 25 театр обновят. Здание отремонтируют и снаружи, и внутри. Оснастят новым световым и звуковым оборудованием. У нас очень старое оборудование, с которым я не знаю, как справляются наши звукорежиссеры и осветители. Им большое спасибо за это. Даже нет деталей. Вот если что-то ломается, но уже нету деталей на это оборудование. Его просто необходимо менять. Мне кажется, современный театр он не может существовать без качественного света и звука. Вот. И так как мы всегда хотим добиться ощущения театральности, вот, а свет и звук новый даст нам больше этого театрального ощущения. Вот этого. В перерывах между спектаклями актеры весь последний месяц паковали чемоданы. Тысячи костюмов, декорации, реквизит уже вывезены из театра на временный склад. Оставляют послание строителям с просьбой поберечь стены своего театрального дома. Грустно. Грустно. И даже сегодня в гримерке, когда мы упаковывали уже вещи по коробкам, так смотришь, как это все было, сколько здесь всего прожито. Но это светлая грусть, потому что мы идем в новое, мы идем в интересное. Я думаю, наоборот, этот ремонт даст нам еще больше вдохновения для будущих наших работ. Будут и аплодисменты, и полные залы. На это надеется каждый в труппе. Актеры на весь год отправляются в гастроли по концертным площадкам Сургута и Сургутского района. Они не оставят своего зрителя без премьер. Обещают удивить спектаклями в малых формах. Светлана Крюковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.